дочка в храм святой пришла, поклониться Матери Небесной пред ее иконою чудесной. Свечечку поставив, замерла, шепчет: Богородица, спаси! Ей не смело беды поверяя, ну а рядом наша баба Рая свечки расставляет и басит: юбки-то в облипочку, тьфу, срам! Свечку ставь сюды, и не покрылась. Ты куды пришла, скажи на милость? Чай не дискотека, Божий храм. И под взглядом фанатично злым девушка поникла головой и ушла с обидой и тоскою, может быть, к пристанищам иным. Баба Рая гордости полна, храм святой от злыдни защитила, а когда сном праведным почила, Богоматерь к ней во сне пришла. Девушку я в храм вела 5 лет, Матерь Божья строго ей сказала: ты же ее за 5 минут прогнала. Баба Рая, мой тебе совет: не переполняйся суетой, малое твори с большим смирением, храм созиждет не людское рвенье, а великой силы Дух Святой. Девушка во храм святой пришла поклониться Матери Небесной пред ее иконою чудесной, свечечку поставив, замерла.